Добрый день! Вы смотрите РБК «Эксперт». Тема нашего выпуска сегодня – криптохаус. Взлеты и падения биткоин. Курс биткоина продолжает покорять вершины. Отметка 8 тысяч долларов успешно преодолена. Напомню, что в начале прошлой недели эта криптовалюта обвалилась почти на 30%. Ранее многие участники рынка покупали биткоин в ожидании реализации протокола Segregated Witness to X, рассчитывая получить дополнительные коины. И информация об отмене заставила спекулянтов уйти в кэш. Тему криптохауса мы сегодня обсудим с Иваном Петуховским, соучредителем криптовалютной биржи Exmo. Добрый день, Иван. Здравствуйте, Яна. На самом деле у меня есть такой ключевой вопрос на сегодня, но его оставим на потом. Начнем с того, почему возобновился спрос на биткоин после такого сильного падения. Как раз то, что вы говорили, являлось одной из сторон. Отмена форка Segregated Witness дала толчок биткоину, и рынок оживился и поверил в биткоин вновь. С одной стороны, с другой стороны, Чикагская биржа заявила о том, что в ближайшее время, а точнее во вторую неделю декабря, они запустят фьючерс на биткоин. И это само по себе дало ожидание очень серьезного роста по той причине, что, как если верить Блумбергу, большинство финансовых экспертов, занимающихся инвестициями, сейчас завалены запросами от институциональных инвесторов по приобретению биткоина. Соответственно, все это вкупе дает у рынка ожидания хорошего роста, в связи с этим и связана такая динамика. Ну, понятно, что ожидание запуска фьючерсов на биткоин это вызвало определенный ажиотаж еще месяц назад, когда только об этом заговорили. Но при этом многих спекулянтов интересует вопрос о том, кто принимает решение относительно хардфорка. Вот это очень важно. Решение относительно хардфорка принимается командой разработчиков. Сама по себе эта команда не монолитна и разнородна. Это решение должно быть поддержано каким-то определенным количеством майнеров и майнинг-пулов, в которые они объединены. В связи с тем, что, как вы говорили, Segregated Witness не был поддержан большинством, его пришлось отменить. Но, тем не менее, это попытка профессионального сообщества майнеров заработать на клонах биткоина и раздвоить цепочку, пока биткоин устоял. Вот раз уж вы заговорили про майнеров, в целом налог на эту деятельность, он подразумевается, будет ли легализован блокчейн вообще в целом? Потому что в России, например, уже существуют опасения относительно того, что легализации все-таки не произойдет, и вот эти ожидания, они уже спадают, и спекулянты уже не так активно, скажем так, покупают биткоины. Если видеть динамику сегодняшнего рынка, то все-таки, судя по цене, интерес к биткоину очень велик. И в том числе, а может быть даже в большей степени, это интерес спекулятивный. Что касается регуляторики, то я думаю, что это очень важный момент. И мы слышали и от Владимира Владимировича 10 числа прошлого месяца, что в течение полугода должна быть разработана какая-то внятная позиция по поводу отношения регулятора к биткоину и криптовалютам. Ну и во всем мире мы видим динамику, которая подтверждает, что все-таки запретов не будет и будет понятное легитимное поле, в которое статус биткоина и любой другой криптовалюты будет определен. Угу. Иван, ну в целом, раз уж мы говорим о том, что это все подразумевается в будущем, и Владимир Путин об этом говорил, давайте мы тогда рассмотрим именно финансовую составляющую, то есть для финансовой системы есть ли риски? Я думаю, здесь будет правильно применить слово «определенная реформа». У финансовой системы сейчас достаточно много проблем. В частности, если говорить о долларе, то это с 1934 года, как только США отошли от золотого стандарта, происходит и, собственно говоря, эта тенденция набирает обороты, неограниченная эмиссия доллара. Здесь же мы получили биткоин как, может быть, первую ласточку понятного технологического инструмента с четко просчитанным математическим алгоритмом эмиссии, который не позволит делать это по желанию какого-либо лица или какого-либо органа. В этом смысле для финансовой системы я бы назвал это оздоровлением. Хотя с классической точки зрения, конечно, это очень существенное изменение. По крайней мере, к этому все идет, по моему мнению. Но вот эта волатильность в рамках от 15 до 50% вообще криптовалют, это нормально? И для серьезного актива, коим вот он видится в обозримом будущем?
С одной стороны, биткоин уже достаточно известен, с другой стороны, это лишь малая часть классического инвестиционного рынка. Как инвестиционный инструмент он все еще очень мал. И новости, влияющие на цену, поступают с разных стран и в разном ключе. Соответственно, мы видим такую динамику. Как только это явление станет более распространенным, динамика будет меньше. Я думаю, что сегодня, если принимать во внимание все, что мы знаем об этом, нужно очень внимательно относиться к инвестициям в этот инструмент, поскольку динамика может увести вас как вверх, так и вниз. Угу. Но уже начинают появляться сообщения о том, что Рождество биткоин будет отмечать на отметке в 10 тысяч долларов. Как вы к этому относитесь и сохраняете ли такой же оптимизм? В августе у вас я давал прогноз на 6 тысяч. В декабре, я думаю, если у нас не появится новостей, которые серьезно осложнили бы ситуацию биткоина, я думаю, что мы увидим 10 тысяч. По крайней мере, сегодняшняя динамика и динамика прошлого месяца показывают о том, что это более чем реально. Но давайте опять же рассмотрим ту историю, на фоне которой, вот на фоне отмены Segregated Witness to X, когда спекулянты ушли в кэш, тогда, по-моему, выросло более чем на 15% вот это ответвление от классического биткоина. А в целом тогда Виталик Бутырин, создатель эфириума, поздравил разработчиков биткоин кэша с этой победой, но потом ситуация резко поменялась. Вот как вы оцениваете перспективы эфириума, биткоин кэша, вот если мы не берем сейчас в расчет классический биткоин? Постараюсь коротко ответить на этот вопрос. Касательно той ситуации с биткоин кэшем, там была произведена спланированная, можно так сказать, атака, где с одной стороны, по информации из некоторых источников, была заспавлена сеть биткоина, там на 170 тысяч транзакций. Соответственно, был удар по одному из самых уязвимых мест биткоина. Дальше был маркетинг, в котором разные лидеры мнений говорили о том, что биткоин кэш на самом деле является настоящим биткоином, и они планируют работать с ним. И третий, это был маркетмейкинг, где достаточно большие средства были залиты из биткоина в биткоин кэш. Это, соответственно, и сыграло на руку, это действительно, Виталик был прав, большая победа команды биткоин кэш, но не только технологическая, а именно экономическая, с одной стороны. С другой стороны, силы их иссякли, и биткоин восстановил свои позиции. Иван, ну как я и обещал, у меня на закуску каверзный вопрос. Скажите, это все пирамида? Не согласен с этим определением. Пирамида – это бизнес-модель, в которой средства участникам выплачиваются за счет привлечения новых. Здесь же мы видим классическую биржевую модель, где цена на актив определяется спросом и предложением его участников. Поскольку новостей становится все больше и интерес от классических инвесторов поступает, об этом заявляют многие новостные издания. Более того, мы видим, что сейчас появится еще инструмент, чтобы этот спрос удовлетворить. Цена на биткоин, конечно же, растет. Как только появится фьючерс, я думаю, цена вырастет еще. Спасибо, Иван. С нами на связи был Иван Петуховский, соучредитель криптовалютной биржи Exmo. Мы сегодня обсуждали тему криптохауса, взлеты и падения биткоина.